Доброе утро, мои хорошие, и добро пожаловать в новый влог. Нет, что-то мне так не нравится. Такой прикид мне нравится намного больше. Но проблема в том, что я обнаружила здесь сломанный замок. Нужно отдать швее. В общем, я остановилась на этом варианте. Мне кажется, смотрится очень стильно. Вообще люблю эту юбку. Собрала постель. Сначала я хотела выпрямить волосы, но сейчас я думаю, что на это уйдет очень много времени, а мне надо зайти в банк, потом походить, посмотреть, что же я могу вкусненького купить, а потом приготовить для мукбанка, потому что я даже не завтракала, хочу свой завтрак тоже заснять на видео. Просто надушимся и пойдем. Я это делаю вот так вот, прям чтобы задохнуться. В этот раз у нас с вами тоус. Он очень нестойкий, ну прям. Хорошо. Вышла на улицу, как весело на душе. Хорошо, что бабушка мне напомнила отправить смс, а то я совсем забыла. Вот. Двигаемся по делам. Бабушка столько всего мне сказала купить. Лекарства там ей, кефир. И все дела. Средства от комаров. Просто многие магазины закрыты, открыты только продуктовые, поэтому не уверена, что все это я смогу найти. Черешню белую и кефирчик для бабушки. Бегу домой. Все, я уже дома, накупила всего. Уже подготовилась к мукбанку, все разложила, настроилась. Знаете, такой интересный момент произошел, когда я покупала шаурму. Я купила в таком маленьком ларечке, то есть это небольшой какой-то ресторан, большие рестораны просто не работают. И он один стоит, готовит эту шаурму и продает. То есть на улице, можно так сказать. Вот, и я ему сказала, что я хочу в лаваше. Он сказал, что лаваш у меня только что закончился. А я в хлебе не хотела. Я ему предложила такую идею, что я пойду сама куплю лаваш, принесу ему, и он приготовит мне шаурму. И он настолько обрадовался, как круто, какой классный клиент. Все, я переоделась. Девушка из деревни. Россия! И еще у меня здесь фольга. Она не просто так здесь. Вы знаете, у меня аллергия, она постоянно выходит и очень жутко меня раздражает. И поэтому я мажу флюцинаром и сверху пищевую пленку, чтобы не пачкать одежду. Короче, вчера вечером помазала, и до сих пор у меня так. А еще мои подписчики очень часто спрашивают, почему я не закрываю свой шкаф. Он что, не закрывается? Нет, на самом деле он закрывается, просто Айка немножко ленивая попа. Ей неохота его закрывать, поэтому... Он у нас в открытом виде. Сижу, значит, здесь, монтирую видео, никого не трогаю, а это моя нога, познакомьтесь, она всегда здесь, так очень удобно. Хотела я снять видео на балконе, как посоветовала мне моя подписчица. Попробовала там записать звук. Это ужас какой-то, шум прям очень слышно, потому что микрофон очень чувствительный. Ой, ребяточки, я так устала, не знаю почему. Может быть, из-за того, что я работаю без выходных, еще и завал на работе, еще снимаю по 3 видео каждый день, и реально я устаю, и мне хочется один день просто ни хрена не делать, просто лежать на кровати, смотреть какой-то сериал, обсуждать какие-то сплетни. Я уже выпила до конца, но, если честно, не советую вам покупать такой чупа-чупс. Я уже говорила и в истории, уже и везде. Это просто какая-то антиреклама. Но реально, с клубникой намного лучше. Этот прям напоминает миринду. Причем, знаете, не самый лучший вариант миринды и стоит в 4 раза дороже. Поэтому не советую вам брать чупа-чупс именно с апельсина. Я сейчас буду замешивать тесто и готовить для бабушки хлеб, потому что магазины она у нас не любит.
Вот. Я это буду делать второй раз в своей жизни. Однажды я делала хлеб давно в деревне. Это было на костре. Вот. Но сегодня более простые условия. У нас будет духовочка. Я, наверное, буду снимать для вас, как я это делаю. Все очень просто. У мамы даже есть рецепт. Если хотите подробный рецепт, как приготовить домашний хлеб, то переходите внизу, в инфобоксе я вам оставлю ссылочку. А еще у меня есть сосед, который на 2 этажа выше меня. И он почему-то каждый раз, когда я выхожу на балкон, начинает меня снимать на телефон. Ну, в принципе, меня это не обижает, но как-то странно. Может, у него не все дома, или, может быть, он просто смотрит мои видео. Если ты смотришь мои видео, напиши, пожалуйста, в комментариях, какого хрена ты меня снимаешь каждый раз, когда я выхожу на балкон. Может, мне тоже тебя заснять и во влог залить, а? Я, в принципе, не обижаюсь, но просто как-то некомфортно себя чувствуешь, когда, как только ты выходишь на балкон, тебя начинают снимать. Иногда ты выходишь на балкон, не знаю, извиняюсь за выражение, в ночнушке. И не дай бог, я его встречу, он начинает снимать такой. 2 дня уже пью холодную воду. И у меня немножко, если честно, болит горло. И вот я уверена, если, не дай бог, я заболею, все начнут, ты болеешь коронавирусом. Потому что среди моих знакомых, вот кто не болеет гриппом, все, у них паника, что эта корона меня скоро не станет. Я говорю, ребята, успокойтесь, те времена, когда не было этой вот темы с коронавирусом, вы все равно болели хотя бы 2-3 раза в год просто обычным гриппом. Так что успокойтесь. Сейчас уже следующий день. Я утром встала и должна была пойти за документами, но так получилось, что на улице ужасный ветер, и я решила, что сегодня я идти не буду. Еще вчера по новостям говорили, что будет ураган. Я бы не сказала, что прям ураган, но реально был такой ветер, что меня могло просто унести. И все, до свидули, Айка и Эмили. Поэтому я решила, что вопросы с документами я буду решать завтра, тем более ехать достаточно далеко, вот, а пока что сегодня я займусь какими-то домашними делами, приберусь, что-то поделаю дома, реально нету мамы, и ты понимаешь, столько всего она делала, я каждый день убираюсь, каждый день стараюсь что-то делать, но в результате такое ощущение, что я где-то неделю просто валяюсь на кровати и ничего не делаю, что бы я ни делала, все равно бардак, если честно. А еще этот влог я буду монтировать немножко иначе. Если вам понравится, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Раньше я монтировала просто в телефоне, не добавляла музыку. Сейчас я это буду делать в профессиональной программе монтажа. Это намного удобнее, но это занимает много времени. Напишите, пожалуйста, есть ли для вас разница, нравятся ли вам музыкальные вставочки и все дела. Мне, если честно, вообще не нравится. Я люблю влоги наподобие Юли Пушман, то есть без всяких этих прибамбасов, вот как есть жизнь, так и есть. Но мне намного важнее, чтобы мои влоги нравились не только мне, но и вам. Так что обязательно пишите.